Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь, обзор на швабру отжимную. Здесь вот такие ролики. Эти швабры стоили еще год назад около 100 рублей, но сейчас они стали по 350, по 450 рублей стоить. То есть очень дорого, а качество у них плохое. Здесь стальной штырек тонкий, он прогибается, плохо отжимается. Поролон. Здесь пластик тонкий, опять же плохо отжимается, трескается. Здесь треснуло, тоже тонкий пластик. Это все происходит очень быстро, в течение полугода. Поэтому получается, каждые полгода вам нужно покупать эту шваберку за 500 рублей. Это очень дорого получается. Преимущество такой швабры, что руками не нужно отжимать. И я придумал. Берете ее просто в унитаз, вставляете, смываете водой, она смывается и отжимаете. То есть вообще ничего руками не делаете, все чисто. Ну вот такое качество очень плохое. Причем сломаться она может даже в течение месяца. Это хорошо, если полгода еще проработает. То есть все очень тонкий пластик, тонкий металл. Это ржавеет, и здесь тонкий пластик. Поэтому смотрите уж сами. Всем пока.